Трагедии в Донецке с подключением к процессу представителей ОБСЕ. В связи со случившимся заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Мы потрясены очередным чудовищным преступлением на юго-востоке Украины, где в результате обстрела украинскими силовиками остановки общественного транспорта погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким всех тех, кто погиб и пострадал. Считаю, что это очевидное преступление против человечности, явная провокация, нацеленная на то, чтобы сорвать любые усилия по завязыванию устойчивого мирного политического процесса по урегулированию внутриукраинского кризиса. Убеждены и будем требовать этого, что расследование этого преступления должно проводиться объективно, максимально транспарентно, с непосредственным участием миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И мы не должны допустить, чтобы партии войны в Киеве, которой покровительствуют извне, и мы хорошо знаем кто, одержала победу на Украине. Мы будем делать все, чтобы прекратить бессмысленное продолжение этого кровопролития.